Приветствую на нашем канале. Сегодня я вам расскажу, как обычная мята может помочь вам очистить свой организм, точнее печень. Печень – очень важный орган в нашем организме, если вы знаете. Она отвечает за чистку крови в нашем организме. То есть, если вы поможете почиститься печени, соответственно, вы поможете всему организму. Что вам потребуется? Это мята обычно, 5 грамм мяты. Пересыпаем в стакан. И необходимо залить кипятком. Теперь данный настой настаиваем 15-20 минут. После этого принимаем по 1 столовой ложке каждые 3 часа. Мята чрезвычайно полезна при отравлении, поможет печени очиститься от токсических веществ. Очень важно периодически чистить печень, помогать ей выполнять свои функции, чтобы избежать таких ужасных заболеваний, как кисты, цирроз и ожирение печени. Это единственный орган, способный восстанавливаться. Лучше всего поддержать печень помогут обычные, простые лекарственные травы. Обязательно пользуйтесь данными полезными советами. Будьте здоровы и счастливы. До новых встреч!